Спасибо, что вы с нами. Продолжаем новостной выпуск. Водоросли и морской зверь в столице Поморья обсудили, как разумно добывать эти биоресурсы. Площадкой стала российско-норвежская конференция по рыболовству. Такие рыболовные конференции положили начало межрегиональному обмену знаниями по управлению морскими ресурсами. С 2017 года встречи поочередно проходят на территориях Поморья и норвежской губернии Финнмарк. Основной темой в этот раз стало использование водорослей и добыча морского зверя. Здесь, конечно, нужно совершить очень выверенные шаги, которые должны дать ответ, можно ли возвращаться к этому виду деятельности. Если возвращаться, то в каких параметрах? Я, например, вообще считаю невозможным сегодня считать экономику этого процесса, пока мы не определимся с тем, насколько это возможно с точки зрения самой природы. Что касается переработки морских водорослей, то для Поморья это уже давно одна из крупных отраслей. Норвегия в начале пути. У нас есть большой потенциал морских ресурсов, которые мы можем использовать совместно. Интересная тема переработки водорослей. Опыт вашего региона хочется перенимать. Главное – разумный подход к этим биоресурсам. На конференции также отмечено, что при внесении каких-либо изменений в законодательство необходимо учитывать интересы населения отдаленных территорий, для которых рыбный промысел является основой существования. А в итоговой резолюции конференции призыв к Совету Баренцева Евроарктического региона создать рабочую группу по рыболовству и морским ресурсам в качестве постоянно действующей, чтобы продолжить конструктивную работу конференций последних лет.